Полярные волки вышли против севера. В Ледовом дворце спорта «Труд» стартовал 4-й сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. За первой игрой наблюдала наша съемочная группа. На лед вышли далеко не профессиональные хоккеисты. Например, игрок «Полярных волков» Александр Семенов 5-й год занимается хоккеем, тогда же и стал на коньки. Я еще, так сказать, студент хоккея. Только учусь быть хоккеистом. Ну, я первый раз на коньки стал в 35 лет. То есть я в детстве ни разу даже на коньках не стоял. На лыжах катались. Это ему не мешает чувствовать себя на поле уверенно. В рамках ночной хоккейной лиги он играет впервые и намерен занять первое место. Участие в турнире примут 4 команды – «Север», «Полярные волки», «Труд» и «Пингвины». Игры проходят по ветеранским правилам, без сильных щелчков, грубой игры и пробросов. В ночной хоккейной лиге принимают участие практически все регионы Российской Федерации, в том числе и Ненецкий автономный округ. В Ненецком автономном округе у нас участвуют 4 команды, так как дивизион «Любитель 40+», то есть это старший возраст, после 40 играют в хоккей. Победу в первой встрече одержали «Полярные волки». Игры будут проходить до 19 марта следующего года каждый понедельник и четверг в 20:45. Победители турнира отправятся защищать честь округа в Сочи. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».